Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у меня на канале. Сегодняшнем видео будем делать обзор на пневматическую винтовку испанской фирмы Gamo, модель Whisper X, ну или Whisper 10, я не знаю, как будет правильнее. Как по мне, это, походу, Whisper X. Значит, сразу опережу ваши вопросы в комментариях. Руку поранил дома, абсолютно бытовая травма, с оружием вообще никак не связана. То есть, чтобы как бы никто ничего не подумал и не спрашивал. Значит, вот. Значит, что по винтовке? Винтовка собой является классическую винтовку переломного типа, с обычным расположением, то есть обычной компоновки, то есть приклад, то есть не булпал, обычная как бы винтовочка. Значит, по винтовке. Характеристики винтовки вы видели в начале видео на экране. Название также. Значит, кратко расскажу о данной винтовке. Свои, как бы от себя лично. Значит, ствол в данной винтовке полностью в пластиковой, со стальным лайнером, с нарезами. Он нарезной, стальной внутри. Снаружи он пластиковый, поэтому как бы ствол, можно сказать, что пластиковый. Ствол данной винтовки выполнен заодно со ствольной коробкой и с глушительным надульником, саунд-модератором. Здесь на конце есть несколько делений, несколько камер, как в глушителе. Ну, в мелком глушителе, не знаю, как так более правильно сказать. Несколько камер, которые немного как бы модифицируют звук с этой винтовки. И стреляет она не так громко, допустим, как бы какая-то другая. Обычная, допустим, гамма там тысячная, гамма соком, вот с металлическим стволом, без надульника я стрелял, то есть как бы звук был чуть побольше. Значит, ствольный компрессор винтовки металлический, поршень, это все дело внутри металлическое. Значит, задняя пробка винтовки выполнена заодно со спусковым механизмом. То есть спусковой механизм и задняя пробка винтовки — это одна запчасть. При разборке винтовки мы вытягиваем все вместе. В данную винтовку с завода и шла пружина поршневая. Мной в данную винтовку уже была установлена газовая пружина, и сейчас винтовка у нас получается газопружина поршневая. Ну, вот как бы как-то так, да. Ложе в данной винтовке анатомическое. То есть с пистолетной рукояткой, очень удобные. Скоба на данной ложе выполнена заодно с ложе. Крепится ложе к винтовке тремя резьбовыми соединениями. Два спереди, одно сзади. Приклад у винтовки рамочный с резиновым затыльником, который существенно смягчает отдачу при стрельбе. Винтовка очень легкая, и когда стреляете, отдача, вот особенно сейчас с газовой пружиной, довольно-таки хорошо чувствуется. То есть она действительно есть и довольно-таки неплохая. Но это обусловлено легкостью винтовки. Винтовка действительно очень легкая, я спокойно держу ее одной рукой, то есть как бы и ходить с ней как бы очень удобно. Если вы охотитесь на мелкую пернатую дичь, да, допустим, там на тех же уток, допустим, да, с небольшого расстояния, то с такой винтовкой это прекрасно подходит для данных целей. Значит, приклад у нас, как я уже сказал, вернемся к прикладу. Как я уже сказал, он рамочный, то есть у него есть отверстия, которые немного его облегчают. То есть винтовка как действительно очень легкая. Значит, по спусковому механизму. Спусковой механизм такой же, как и у обычных винтовок Gamo, то есть Crossman, то есть ничем не отличается. Единственное, что вот он выполнен заодно с задником, и за счет этого есть некоторые детали пластиковые. Вот спусковой крючок, в частности, здесь пластиковый. Кнопка предохранителя также в данной винтовке пластиковая. Вот. Так, по прицельным приспособлениям. Прицельные приспособления собой представляют мушку с фибронитями и целик регулируемый по горизонтали и вертикали. Также на винтовке есть проточка под планку, проточка ласточкин хвост, вернее, на цилиндре винтовки сделана, проточена, профрезерована планка ласточкин хвост, 11-миллиметровая, для установки оптических либо коллиматорных прицелов под данную планку. Так, что еще? Значит, затыльник пластиковый закрывает заднюю часть винтовки, и как бы она вот так вот переходит плавно, металлическая часть винтовки плавно переходит в пластиковый приклад. То есть винтовка сделана очень аккуратно, красиво, культурно. В начале видео как бы вы ее сблизка видели, да, как бы довольно-таки удобная. Значит, рычаг взведения данной винтовки переломного типа, то есть мы ее переламываем, и рычажок тоже взламывается. Поэтому отверстие, видите, для взведения очень мелкое. То есть приклад очень качественно сделан, очень, как бы, скажем так, очень прочный. То есть длинного разреза нет, и как бы поломки не должны были бы с ним случаться. Так, что еще хочется сказать по винтовке? Винтовка у нас испанская, как я уже сказал. Как бы точность очень высокая. Ну, я думаю, что? Думаю, перейдем к стрельбе. Да, немножко постреляем. Там у нас несколько мишеней есть. Есть шифер, кусок холодильника, чемодан и банка с краской, скажем так. Вот. Там будет установлена мелкая камера. И либо сразу, либо уже сначала вы будете видеть, как я стреляю, потом видео с камеры с мелкой. Возможно, я попробую сгруппировать так, чтобы два видео шли одновременно. Выстрелы, попадения.
Так что вот такое вот. Ну что, перейдем потихоньку к стрельбе, короче. По основные характеристики вы видели в начале видео. То есть с газовой пружиной они просто немного, скажем так, улучшились. То есть та же скорость, просто с более тяжелыми пулями будет сохранена. Вот. Ну и все, как бы, все остальное. Да, корпус спускового механизма и задник винтовки, они выполнены из алюминия. То есть не пластика, а алюминий. Все-таки как-никак. Ну и лицам, я, скажем так, точно не могу вам сказать. Скорее всего, может быть, лицам. Так что вот такой вот. Ну и все, перейдем потихоньку к стрельбе. Стрелять будем на 30, практически 30 метров. 20 вот от меня, где я стою, да, я сделаю еще, допустим, вот так вот. Вот отсюда я буду стрелять по мишени. Это будет отсюда, от меня до мишени, будет 28 метров. То есть стрелять будем на 28 метров, посмотрим. Там есть шифер, как я уже сказал, несколько мишеней. Ну и посмотрим, что она может. Все, перейдем к стрельбе. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас будем стрелять. Там установлена экшн-камера для съемки. Стрелять будем пульками Field Target 0,68 грамма. Посмотрим, как она будет на шифер, на чемоданчик и от холодильника пластмассочка стоит. Field Target нам попробуем. Я думаю, в каждую мишень сделаем по два выстрела каждой пулькой. Начнем с... Давайте с Field Target. Значит, первый выстрел будем делать по от холодильника запчасть, крышечка. Один. И два. Есть два попадения. Есть попадение. Я думаю, что уже там по экшн камере будет видно, какой куда попал. Как его называют, блин? По чемодану. Я не буду отстреливать сильно на точность, да? Я думаю, по видео все увидите, какая пуля.